сценарий был разработан, конечно, грандиозный. Мне понравилась съемка под мостом, когда ждали мотоцикл. Это было такое чудо, жену нагрузить всем. В 30 градусов жары, сумасшедшие глаза людей, когда человек стоит в кожаной куртке, плотной джинсы. С поток машин. Да, напротив поток машин. Я представляю со стороны. Я снимаю два кадра, это ты получаешь заказ, ты уезжаешь со стороны моста. На носу катера, который весь вот так вот шатается, с гранатометом в руках. Вообще я воды боюсь. Раз, два, три. Саша, ты снова поднимай вверх. Так, я должна вот так. Стол, пистолет, вот так. Вот так. Я махнул рукой. Вы просто берете, переходите. Короче, вас должно быть 15 человек. Когда мы долго-долго фотографировали за столом, а потом Саша, пески ж белые. Без туфлей, да. Да, принесу. Вышка. Вышка это... 21 метр, холодно. Водитель, который привык всю жизнь только к столбам подъезжать. А, ну да, когда я... А тут вокруг него с автоматами. Такая красота вообще наверху, правда холодно. Вот сейчас заказчику дадим фотографии себе такую. Первый раз в жизни забраться к кому-то на руки, сознательно, я имею в виду. И я больше всего боялся, когда руки начинали трястись у того, кто меня держал. Тряслись, да? Не, в определенный момент, когда Саша там, давайте, сейчас, он меня так пытается коленочку приподкинуть на всякий случай. Надеюсь, что вам очень понравится то, что мы сделали, потому что это грандиозная работа фотографа, оператора, организатора. Главное, моя работа. Как вас так, где здесь можно кофе попить? Это позитивно, да? Это...
Туби контюнь.